Остросюжетный криминальный экшен – полнометражный дебют монгольского режиссера Тамира Баталзии. Это его первая работа в России. Он же выступил сценаристом фильма. Тамир вырос в творческой атмосфере. Его отец и мать тоже режиссеры. С малых лет он уже мечтал снимать кино. Первой работой стал короткометражный фильм-комедия. Сегодня драму в стиле экшен «Мой брат Атаман» он привез на суд бурятского зрителя. В Монголии сейчас экшен-драма очень популярный жанр, поэтому я решил работать именно с ним. Да и команда — это молодые актеры, энергичные, активные люди. Сегодня многие думают, что деньги решают все. Мы хотели показать, что за деньги всего не купишь. Дружбу, уважение, преданность друг другу. Особенно мы хотим обратиться к молодежной аудитории. Фильм рассказывает историю двух братьев, которые волею судеб были в детстве разлучены. Старший брат Хангай отсидел в тюрьме 20 лет по ложному обвинению. Пытаясь найти младшего брата, он ввязывается в криминальную разборку. Мало-помалу и станешь вором. Ты это знаешь? Беги! Брат! В начале истории мы с братом расстаемся еще совсем маленькими и живем каждой своей жизнью. Через 20 лет мы друг друга находим, но я его не хочу признавать, так как он меня бросил. Я живу с обидой, с ненавистью, еще там завязывается криминальная история. Я сыграл скорее отрицательного персонажа, но я его понимаю и оправдываю. Чем закончится история, говорить не буду. Пусть зрители придут и увидят сами. Для съемок картины было напечатано огромное количество денежных купюр – 12 миллиардов тугриков. Это более 350 тысяч рублей. В результате администрацию компании полиция даже вызвала на допрос и потребовала дать показания по факту изготовления фальшивых денег. По словам оператора фильма, особых сложностей работа над картиной больше не вызвала. В фильме много боевых, даже жестоких сцен с насилием, поэтому мы специально пригласили тренера по боевым искусствам и каскадеров. Актеры долго тренировались, особенных или необычных спецэффектов не применяли, старались сделать все максимально реалистично. В Монголии премьера фильма с успехом прошла в сентябре прошлого года. В Бурятии в прокат картина вышла недавно, 18 июня. Далее она стартует еще в Японии, Казахстане и Вьетнаме. Продолжение режиссер снимать не будет. Впереди у него новая большая работа, историческая драма и сотрудничество с творческими коллективами из Бурятии. Брат, прости меня. У меня не то что брата, даже родителей нету, понятно? Наталья Китаева, Вячеслав Батоев, Первое альтернативное.